В этом году МЧС России празднуют свое 25-летие. В честь этого в Маргаушском районе состоялись межрегиональные соревнования по спасательному многоборью среди школьников. В них приняли участие ученики общеобразовательных учреждений, а также ребята из Горно-Марийского района Республики Мариэл. Перед началом соревнований участников ждал урок безопасности, из которого они узнали, как правильно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед, и как вести себя на воде в летнее время. После теоретической части полученные знания школьникам предстояло реализовать на практике в физкультурно-спортивном комплексе «Сывлах». Их ожидало плавание в жилетах со спасательным кругом, эстафеты и викторины. По итогам всех дисциплин были выявлены сильнейшие, ими стали гости из Марийской республики.